почему дайвинг? Потому что это здорово. Ну, во-первых, это ощущение невесомости. Лично для меня дайвинг – это такой внутренний космос. Совсем другой мир, совсем другая природа. Температуры, цвета, и люди становятся там тоже другими. Дайвинг – это тот вид увлечения, который хорошо помогает, наверное, обновлять какие-то свои мысли. Есть вот эта грань между воздухом и водой, которая отсекает все мысли, находящиеся над водой. Не знаю, мне очень сложно сказать, это какое-то внутреннее чувство такое. Скорее всего, внутреннее состояние души. Наш фестиваль проходит 3 дня. Он проходит на озере Долгое, это самое глубокое озеро в нашей стране. Оно одно из самых чистых, прекрасных и самых красивых озер. Так как фестиваль наш международный, то к нам приехали ребята команды из Украины и из России. Не, ну такую компанию очень сложно собрать. На самом деле очень важно, да, молодцы белорусы, которые нас хорошо встретили. Это важно. Очень сложно собрать большое количество дайверов одновременно. Вот. Еще меня зацепили немного рабочие дни. Это очень сложно, но раз люди приехали, значит, это того стоит. Они приехали в пятницу. В пятницу мы организовали для них экскурсию. Ну а сегодня, в субботу, это основной день мероприятия. Утром мы погружались на озеро Долгое. Естественно, погружались каждый в рамках своей квалификации. Погружалось более 50 человек. Это было здорово. Ничем не отличается озеро от России, Украины, Казахстана. Там совершенно ничем. Одна есть особенность, которая нас сюда очень сильно привлекла. Это глубина этого озера. Глубина шикарная. Нас сюда тянет где-то адреналин, где-то тренировки. Потому что, когда регулярно это делаешь, на морях ныряется намного легче. Инсталляция, которую ребята приготовили, это очень здорово. Почему? Потому что дайверы всегда ищут что-то интересное под водой. Здесь 52 метра. Мы сегодня уходили всего там на 30-32 метра. Кто-то уходил на 46, это технари наши. Нам очень понравилось. Наш день посвящен самому дайвингу, то есть сегодня все представители совершают погружение в озеро. После этого будет у нас стол, то есть обед. Потом мы планируем провести культурную программу до вечера, которая закончится танцами, весельем, обнимашками и позитивом. Мы долго-долго-долго старались, в общем-то, готовились к нашему мероприятию. На данный момент мы считаем, что вся программа практически идеально сейчас проходит. Все запланированное мы осуществили. Это апогей позитива, дружбы, мира и, в общем-то, воды, которая нас объединяет. Фестивали и любые даже в малом количестве, скажем так, сходки и мероприятия, они всегда отличны, потому что это люди такой целью общей, объединены и интересом, они говорят на одном языке, и ты автоматически в это включаешься. Наверное, самое теплое, что может быть, потому что они реально не то чтобы развлекаться приехали, они изучать приехали, и душой праздник вот этот вот. Обмениваются опытом, конечно. Поэтому очень надеемся, что этот фестиваль, хоть он и первый, но он будет второй, третий, четвертый, десятый, и дай бог ему. И опять-таки расширение географии. Здесь присутствуют представители разных стран, и мы понимаем, что между нами нет границ. Мы понимаем, что мы объединены, и нас объединяет любовь к воде. Мы все хотим вместе дальше путешествовать, и мы сейчас познакомимся и строим планы о каких-то поездках, там кто-то с кем-то поедет на Новый год, там, и так далее. То есть это приятное общение. По большому счету, для меня очень важна свобода, когда я нахожусь с друзьями, свобода в дайвинге, свобода под водой. Когда мы приезжаем сюда, мы такие, как мы есть, мы искренние, мы чистые.